Привет. Привет. Сейчас, там подъезд такой себе. Тут мягко, понял? И, короче, Галима прыгнул. Ну, можно глубоко. Мусор разный. А вон мусорка есть. Вот я ехал несколько раз. То есть деревенщина такая живет. О, блин. В угол прыгнул. Нужно было удержаться. Что сейчас пошло не так? Потому что подержаться спрыгнуть. Я вообще дизастер не умею, не знаю. Ну, типа, просто пішов не туди. Я, мабуть, не буду переробляти. Вибачте. Прикольно. Але розбивались. Тепер я запустила.
Мені саме прогресирує, я бою. А тут просто, да, тут збиває. Воно так збиває і... Я просто попав, короче, сюди десь. І воно мене збило якось. Ще світлий кофти і в траву. Воно наче і просто, а під'їзд, короче, жорсткий. Сложно вийти. Да. Насосом накачаюся. Ну я понял, а... О, та возьми більше скорості. О, бой, наконец-то. Все, два трюки є. Погнали. А ну дай я попробую, мені так интересно. Блін, ну тряска тут в натурі жорстка. Тримаєш? Ти їхав, да? Розка. Учился здесь. Ещё не научил. И вода такая чиста? Да, она чистая, но ледяная. Тут ты прыгал фронт? Жопа. Да это вода, это ж не земля, нормально. Да ну блин, все равно, ты шо? Звук такой прикольный. Все, погнали? Да. Давай. Дуже м'яка. У мене покри, глянь, аж загрузають. Там дуже-дуже м'яка. Все. Що, Денис, як ти? Кар'єр. Нормально. Хороша зарядка. Я пішов. Давай. Дякую тобі за все. За відоси, за кофту, за прийом, за писун. Будь ласка, приїжджай. Добре, пока.